Сделав добро, сразу забудь, а получив добро, помни долго. Но ни один мужик никогда не забудет, если его побьет женщина в реальном бою. Приветствую вас, извергающие мощь кузнечики. С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на 5 реальных и жестких поединков, в которых женщины побеждали мужиков. Я уже показывал вам бои мужиков против женщин, но в большинстве из них мужики просто не хотели или боялись бить по-настоящему, а в этих мордобоях все было всерьез. Есть мужики, которые всю жизнь стремятся в место, откуда родились, а есть те, кто туда попадает после ударов. Казалось бы, обычный спарринг по ММА в полной защите между пацанчиком и девчонкой не может закончиться ничем ужасным. Но дерзкий малый начал бой слишком активно и пару раз приземлил хороший джеб девчонке. Я даже сначала подумал, что он ее посадит, если она еще пару раз нарвется на встречку. Но принцесса меня удивила, как цветущая вишня среди зимы. Она четко и планомерно подбирала свою дистанцию, а потом, как только бедолага ушел в глухую защиту, разрядила по нему жестокую многоударную комбинацию, поставив жирную точку вертушкой. Пацан так приземлился на сраку и распластался, будто только что выпал из дверей кабака после ночного загула. Зато будет что вспомнить. Рассказать, конечно, никому не захочется, но вспомнить, выпивая на кухне в одиночестве, точно придется. Страшно не то, что вас когда-то обманули, а то, что вы до сих пор об этом помните. А бойцу думать о своих поражениях тем более нельзя, ведь всегда можно добиться новых. В этом поединке аматоров между рыжеволосой Рапунцель и дерзким пацаном все сложилось очень по-взрослому. Несмотря на то, что оба бойца довольно начинающего уровня, они устроили в клетке настоящую зарубу, как будто кобра с мангустом дерутся за шашлык. Пацан вообще не дозировал силу и лупил в полный контакт, но рыженькая мадам даже не думала включать заднюю, а отвечала хорошими плюхами. В общем, бой был очень близким, но судейским решением победу одержала девчонка. Как теперь пацану жить на белом свете, я не знаю. Но главное, чтобы он не стал Чикатилой после такого позора. Не слушайте, что говорит человек, смотрите на его дела. А в случае с бойцами, нужно смотреть на его бои. Бывшая профи-боксерша Шейн, у которой за плечами 3 пояса по боксу из десяток профи-боев по муай-тай, приняла вызов от очень дерзкого мужика, который смело назвал себя лучшим уличным бойцом и был готов это доказать в ринге, но, конечно же, против дамы. Ведь свою мощь можно доказать только так, ведь новый позор помогает забыть о старом. Но мужик, видать, слишком много боев провел в наливайке и решил, что профи-бойцы, даже бывшие, это детский лепет по сравнению с пузатыми уничтожителями чебуреков. Поэтому бросился в бой даже без страховки. Даже на этой ужасной записи, даже самому лучшему диванному эксперту сразу стало понятно, что это за уличный мастер. Чувак абсолютно не понимает, что такое бой, пытается отмахнуться от каждого удара, сам вообще не может сделать ни одного удара. За что, в общем-то, он в итоге и поплатился, оказавшись на жопе и в жопе одновременно. Если ты испытал ненависть, значит, тебя победили, а к бойцам это относится тем более. Сейчас мы посмотрим поединок между двумя 17-летними аматорами ММА, которые вышли в ринг рубиться по-настоящему, особенно пацан, который с первого же удара решил отбить голову девчонке. Мы привыкли, что в основном в ринг выходят какие-то пенсионеры против молодых красавиц. Но не в этом случае. Здесь дерутся молодые, заряженные бойцы, несмотря на то, что они разного пола. К большому горю пацана, девчонка оказалась классным грэпплером и после его неудачных ударов руками сразу перевела в партер, где и сделала удушающий, как самка тарантула наивному самцу.
Как теперь над пацаном будут издеваться в школе, я даже не представляю. Но девчонка точно станет авторитетом. Только дурак за всю жизнь не меняет мнение, но и на таких дураков находится кулак вразумения. Бывшая профи-боксерша Маргарет приняла вызов на бой также от боксера Чао, который решил всем доказать, что у женщины нет шанса в реальном бою против него, тем более что он использует стиль боя, как у Мейвезера, особенно грязный прием с выставлением локтя. Всего боя у нас, к сожалению, нет. Только короткий отрезок, где он выставляет левый локоть и все равно получает серию ударов. Но зато у нас есть результат. После 4 раундов победу единогласным решением судей отдали Маргарет. Причем ни один судья не отдал ни одного раунда Чао. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, сколько раз вы проигрывали жене в реальном бою. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи вы можете, став спонсором канала, даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Раз, два, три. Это биомеханика эффективных движений. Ее знать надо. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба. Вот так. Да. Подрака одна, да? На дистанции. Короче, я вот что делаю? Хлопаю, вырываю ключицы, это ключицы, выбиваю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий стиль. Агент! Атака слева! Атака справа! Атака слева! Атака справа! Это называется лебедь. Наше упражнение, секретный комплекс упражнений по левитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Стайл. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я на бегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успели? Хоть один раз из 10. Ничего не успеваете, это убит.